Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня настал легендарный день. Потому что прямо сегодня я продам 3 керамбита голд ради подписчиков. И это не шутка, и это не пранк, это все по-настоящему. Поэтому, пожалуйста, просто смотри это видео дальше. На GG Standoff вышло обновление, теперь за открытие новогодних кейсов ты получаешь токены. А с токенов бесплатные кейсы. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Я свои 7 бесплатных подарков прямо сейчас заберу. Также тут есть барабан бонусов. По моему промокоду вы получаете еще один барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 35% к пополнению обратно. Все нужные ссылки есть в описании. И честно говоря, ребята, мне очень неловко то, что многие мои подписчики потратили свою голду из-за руинеров, которые сливали М4 предаторы по полной цене. Я решил сделать это, чтобы вам было не так обидно, чтобы каждый из вас смог получить свою голду обратно. Просто смотрите это видео дальше. Для того, чтобы вы понимали серьезность всего, что происходит, я прямо сейчас захожу на рынок и я выставляю на продажу мой керамбит голд, мой единственный, тот самый керамбит голд за 198 тысяч голды. Также, помимо всего этого, чтобы вы не думали, что это кликбейт, я уже продал 2 керамбита голд. То есть это все реально по-настоящему, и я хочу сделать самую большую раздачу голды для моих подписчиков. Далее, это мой второй аккаунт, на котором я покупал чармпаки и делал кучу разных бустов. Прямо сейчас я перехожу на данный аккаунт, и как видите, на нем 105 тысяч голды. И, конечно же, на этом аккаунте я тоже продал керамбит голд за 95 тысяч голды. И, конечно же, вся эта голда обратно же пойдет для моих любимых подписчиков. И это не все. И прямо сейчас я покажу мой третий аккаунт, на котором я тоже продал мой керамбит голд. Честно говоря, вот скажу реально искренне, мне немножко жаль эту голду. Но, со второй стороны, вы мои подписчики, вы мне всю эту голду дали, и я хотел бы реально вас отблагодарить, сказать спасибо, то, что вы меня смотрите. Хотел бы сказать спасибо каждому из вас, и хотел бы вам дать всю эту голду. Конечно же, это все будет не за один стрим, я думаю, это так всем понятно. Я не знаю, стримов 5 проведу, потому что голды довольно-таки много. Но я думаю, ребят, то, что голда вам лишней точно не будет. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, переходим на мой третий аккаунт, ник Аладдин, и на этом аккаунте я уже тоже продал мой керамбит голд. То есть это все не кликбейт, это все реально по-настоящему. Вот 64 тысячи голды. То есть на двух аккаунтах я продал по закупке, а на третьем аккаунте я, ребят, продал по фул цене. Чтобы вы понимали, я на вот этот аккаунт захожу второй раз за год. Я на этом аккаунте вообще не играл, чисто зашел, продал керамбит голд и решил снять видосик. Ребят, я очень вам всем благодарен, то что вы меня смотрите. И я так подумал, а зачем мне так много голды? Зачем? Блин, да в любой момент, если мне будет нужна голда, запущу стрим, вы мне реально поможете. Я решил, что настало время помочь каждому из вас. Для тех, кто пишет, что это постанова или обман, вот мой тот самый аккаунт Аладдин. На этот аккаунт я купил самый первый керамбит голд. Вот, ребят, внимательно посмотрите. Никакого керамбита голд нету. Вот, посмотрите, это мой инвентарь. Кстати, может быть, вам даже аккаунт как-то разыграю. Это мой инвентарь. Захожу на рынок, мои запросы сейчас. Оп. На продажу, на покупку ничего нету. Реально, я продал керамбит голд. И реально, я хочу всю эту голду подарить вам. Давайте, ребятки, прямо сейчас подкрываем удаленный Origin Box, и я вам расскажу, почему же я вообще решил все это сделать. В последнее время я часто начинаю замечать, как меня называют попрошайкой. Часто как меня называют каким-то кликбейтером, плохим человеком и так далее, жадиной. Я так подумал, ну блин, ребят, ну настало время исправлять репутацию, настало время вставать с колен, настало время делать раздачу для подписчиков. Я не говорю то, что я никогда в жизни не буду просить голду, да, возможно, и буду, но я хочу делать стримы. Ну, например, вот я запущу цикл стримов и буду, не знаю, там раз в неделю, или там два раза в неделю, или раз в две недели, и буду вам давать по 10, по 20, по 30, по 40, по 50 тысяч голды за один стрим. Хочу, ребят, заметить то, что я ни разу за все это видео не просил вас поставить лайк или подписаться, потому что я считаю, что вы должны вот именно в этом видео решить сами, что делать и как поступать. Ну, надеюсь, вы знаете, какой правильный выбор. Ребята, теперь давайте поговорим про условия, как же каждый из вас сможет получить голду, потому что голды будет реально очень-очень и еще раз очень много. Также, ребятки, есть небольшие условия. Условия будут очень простые, но для меня это очень важно. Почему я вообще придумал какие-либо условия? Потому что я, ребят, к сожалению, я ютубер, и моя работа развивать мои социальные сети и мои каналы, поэтому я очень прошу, отнеситесь с пониманием. Я реально вам даю очень много голды, я не прошу денег, ничего. Очень много голды вам даю. Все, что вам надо сделать, это, ребят, просто...
описании есть краткая инструкция. Первое, это подписаться на мой канал. Во-вторых, подписаться на мой второй канал. В-третьих, подписаться на мой телеграм. В-четвертых, подписаться на мой инстаграм. И в-пятых, по ссылочке в описании зайти на стрим, на котором будет раздача голды и ждать начала стрима. Все, ребята, очень просто. Я еще раз приношу извинения за такие условия, потому что, ребят, ну, я просто ютубер. К сожалению, я должен это делать, должен развивать мои социальные сети. Я вдаю очень много голды, и все, что прошу, это всего лишь подписки. И еще, ребята, самый важный посыл – это помочь тем, у которых вообще нету голды, или тех людей, которых вообще обманули на голду. Если у вас миллиард голды, ребят, не надо просить, чтобы было еще больше. Это неправильно. Есть те люди, у которых нет вообще голды, у которых по одной голды, по две голды инвентарь, у которых ноль голды. Так вот, ребят, я обращаюсь именно к вам. Я хотел бы именно вам, именно тебе дать эту голду. Как же получить голду? Рассказываю. Вы просто приходите ко мне на стрим и в чате пишите, какой скин у вас купить. Там вы можете даже в комментариях под этим видео писать, что купить. Я прям, когда будет свободное время, зайду, покупаю некоторые скины. Только, ребят, имейте совесть. Не надо писать, чтобы я купал скины за 20 тысяч голды, за 30. Я хочу, чтобы хватило реально голды на всех. Ребята, я еще прошу, пожалуйста, очень внимательно отнеситесь к условиям в описании, потому что если вы их не выполните, вы ничего не получите. Поэтому внимательно прочитайте условия, подпишитесь везде, где надо. Там, ну, 4 ссылки, там вообще, или 3 ссылки, там 2 секунды дела. И после этого, ребята, жду каждого из вас на стриме. Желаю каждому из вас удачи. Надеюсь, все, кого обманули, или кто прогорел в бусте, надеюсь, каждый из вас заработает голду, и все будет хорошо. Ребята, с вами был ваш Кента ПК. Я вас всех очень сильно люблю, вы самые лучшие. Даю каждому из вас по пятюне. Всем удачи, всем пока. И до встречи на стриме.